На эфире начало видео, дорогие друзья, передай привет за Раша 08, Найтли Хака, пользуйся любовником еще за Челиха, Сталина, ну и конечно Роме, привет вам все, ребята, от меня. И всем здравствуйте, дорогие друзья, с вами я, Паша. И в сегодняшнем видео буду пить газировку А4. Посмотрите, у меня есть два вкуса, это оранжевый и черный. Иными словами, это Coca-Cola А4 и Фанта. Эти напитки делаются компанией Лава Лава, вот смотрите, вот видите, Лава Лава написано. Сначала буду пробовать вот эту. Открываем, дорогие друзья, вот так вот, смотрите, как сложно открывать. Открывается, вот, открываем, вот. Пьем. Вкусно, чувствуется апельсин. Я не даю оценку 7 из 10. Давайте же проведем эксперимент, смотрите, наливаем вот так вот. И наливаем ментос, вот, смотрите, что сейчас будет, вот. Вот пенится, дорогие друзья. Пьем, дорогие друзья. Дальше пьем колу. Так, вот, открываем и пьем. Чувствуется вкус нефти, дорогие друзья. Я не даю оценку 10 из 10. Ну а теперь давайте же смешаем эти два вкуса. Вот так вот, смотрите, в один вот так смешиваем. Вот. Сначала вы попробуйте, вы вот попробуйте, вот отпейте. Вот, а теперь я... Обязательно пишите в комментариях, как вам этот эксперимент. Ну ладно, дорогие друзья, вот я попил газировки. Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия, никогда не болейте, кроме Господь. Всем удачи и до встречи, всем пока, дорогие друзья, всем пока, вот пока, я ухожу, пока.